Всем привет, с вами Стрелат. Прохождение ПС, сражение с легендой. И у нас матч против Валедолида. Пусть играют в этой форме, я даже не хочу смотреть на состав, надоело. Видел, что там есть Измаил, нормально. Вот, вспомни бы, Измаил, ну, украинец или нет? Ха. Я его не видел, по крайней мере, поэтому, возможно, он себе и нет. Отличный момент, может сейчас выиграть. Но неудачный пас, я примагнитился, как обычно. Давайте, ребята, я, пожалуй, тут поставил. Было нарушение. И что, пенальти? Ну, давайте посмотрим. А нет, штрафной только. И прям на линии. Удар. Но в защитника. Валедолида. К сожалению. Не дальше подкат, но я успел встать. Но подстраховать никто не смог, конечно же. Кому же сыграть, никому. Конечно. Отличный момент. Мог бы быть, потому что игроков Валедолида было маловато. В защите. Ох, хедера. Или хитира, как же его, я точно не помню. По-разному украинские комментаторы называют его. Поэтому уверен быть нельзя. Да хотя украинские комментаторы даже Хумельса называли то Макс, то Марк. Хоть он мат, Хумельс. Ой-ой. Отлично. Ну, помогайте, ребята. И что один должен все делать. Да. Отлично. Конечно. Да сколько ж можно. Фух. Ну, этот гол не должны были засчитывать, потому что как было на финале Лиги Чемпионов, не помню какого года, когда играл Ювентус против Милана. Шевченко забил, но тогда судья посчитал, что мешал один из игроков Милана Буфона, и тот не увидел, как летит мяч, поэтому гол не засчитали. Так что тут такая же ситуевина вышла бы, но это ПС, тут такого не продумано. Отлично, хороший момент, но запороли, снова запороли. Игроки Малаги. Вроде неплохой момент, поэтому не что рассчитывать особо. И пенальти, да? Да, пенальти. И что же? Очень хотелось бы самому управлять вратарем в этот момент. Я бы прыгнул влево, если честно. Давайте посмотрим, прав я или нет. Я не прав, ну ладно. Но Каменник как будто меня услышал. Ну что ж. Хорошо, что я не управлял, потому что винили бы меня в этом пропущенном мяче. Хоть виноват был на все 100 игрок, который заработал это пенальти. Хорош. Так, последняя атака, поэтому нужно все силы потратить, но забить нет. Не смог я пробить издалека, потому что целых два игрока не мешали. Не попал я в одного из них. У меня уже начался довольно-таки неслабый гром. Я надеюсь, из-за этого пробки не выбьет. Или что еще хуже. Никакой аварии не произойдет на станции. Кассор нарушает правила и получает от судьи желтую карточку.
навес. Крайне неудачный. Так, отлично. Сейчас может это получиться. Но снова. И почему мой игрок пропускает так часто между ног? Мячи. Отлично. Пасуй. Да пасуй ты. Ладно, давайте сами, ребят. Я вам доверяю. И буду. Я получаю желтую, да? Да, я получаю желтую. Как же без этого? Ну ладно. Ничего страшного. Главное продержаться на пятом месте. Опасный момент, но Камени спас. Хоть и был офсайд. Даже если мы спустимся на одно место, то мы все равно попадаем в Лигу Европы. Отличный момент. Ну, давайте, ребята, хоть его не испортите. Почему они не умеют, как я, бегать? Элкама выходит вместо меня. Надеюсь, он нападающий все-таки. Ну, вроде бы нет. Он опор. Касорла молодец. Элкама. Иско, давай, Иско. У тебя большие надежды, возлагаю я. И молодец. Хидера забивает гол. Даже так обрадовался, что побежал к разминающимся игрокам нашей команды. Ну и неудивительно. Потому что мало было вероятно, что мы сможем отыграть хотя бы один мяч. Но вышла Измаил. Наш левый защитник. Хорошо бежал, но не вышло. Ужасно скинул на Иску Хидера. Элкама пробегал так как хорошо. Но ударил очень слабо для вратаря. Блокирует наш игрок удар, и это хорошо. Все, последняя атака. Нужно ее закончить. Очень даже хорошо нужно ее закончить. Но не выходит ничего. И мы уходим, разделив по одному очку. Значит, там 1-1. У меня всего 0. И кто лучший игрок матча, неудивительно. Автор забитого гола нашей команде. Атлетико Мадрид 2-0 Бетис. Асасуна проигрывает. Обидно. 1-2 Атлетику. Бильбао. Так. Реал Мадрид побеждает 1-0 Барселону. Валенсия 1-1 Райо Валекано. И Реал Мадрид поднимается на второе место. Одинаковое количество очков у Барселоны и Валенсии. 68. Они остаются на одно очко от Реала, которое второе место, но навряд ли он сможет за оставшиеся игры догнать Сосуну. Так, и что же, Атлетико Мадрид на 2 очка стоит от Реала, у него 67. А вот нас Севилья догоняет, поэтому проигрывать нежелательно. Куча времени сейчас для отдыха нам дается, целых 2 недели. Будет еще что-то, какое-то событие, скорее всего вызов в сборную, но возможно я ошибаюсь, ну увидим. Да, вызов в сборную, просто иначе не потревожил нас агент, как обычно. Ух ты, уже рейтинг 88, быстро. Точность короткого паса, скорость короткого паса, точность длинного паса и скорость длинного паса возросли. Больше ничего. О, сыгранность растет и растет, все лучше и лучше. Это радует. И давайте-ка посмотрим на объекты. Пока не могу купить. Классную штуку за 10 тысяч очков. Товарищеский матч против страны Африки вроде бы. Так, и что ты мне скажешь? Ничего полезного. Ну и ладно. Ну что ж, на этом все. Увидимся.